Здравствуйте, меня зовут Юлия Зеленко, я служу в ССХ как администратор. Я пришла в ССХ для того, чтобы отдавать, для того, чтобы принять участие в распространении Царства Божьего, чтобы послужить в этой миссии, потому что я разделяю видение этих людей, и вы знаете, что удивительно в ССХ. ССХ – это очень большая семья таких непохожих людей, но которых объединяет вот это большое видение служить Христу. И это прекрасно.